такой фактор, который я недавно осознал, это пропускная способность посольства снизится, потому что будут введены опять же вот эти мероприятия, что мы говорили, тепловизор, мытье рук, там может еще тестирование. И, соответственно, если они пропускали за месяц где-то около 3000 посещений на Минск будет. Вот это все займет время, плюс дистанцирование. В помещение зашел один, поговорил, может быть, после него я бы дезинфекцию проводил, какую-то там попрыскали что-нибудь. Может быть, даже так будет.